находимся возле посольства. Буквально минут 10 назад зашла наша группа из 10 человек, граждане Узбекистана. Это первый поток на 9 часов. Сегодня здесь какая-то стройка, строительные леса, вот здесь цемент валяется. Вот, собственно, сделали ремонт дороги. Наш промоутер Санжак распространяет листовки. Вот как раз Санжак. А вот это та самая стройка. Наверное, скоро они уже закончат. Народ заходит. Здесь как та самая дверь, из которой обычно выходят люди с паспортами, либо с отказами. Здесь можно определить по эмоциям. Вот, видимо, отказ. К счастью, это не наши клиенты. Приходите к нам в офис, ждем вас. Всем всего доброго.